2 years ago. Yes. Ethylene glycol. And you have propylene. This is antifrogaine N, and this is antifrogaine O. L. This was critical to environment, and this was not critical to environment. Okay? That was 2009. In 2011, there is no critical, they're both critical. Okay. The law came out and said, okay, we have to protect the environment. Мы должны защитить окружающую среду. A regular operating system, chiller plant installation, worked with dry coolers, chiller. Сухой охладитель, холодильная машина. And this is where you have your glycol. Okay. The law says you have to protect. You have to protect your chiller, and you have to protect your dry coolers. Закон говорит, что нужно защитить, обеспечить меры безопасности холодильной машины и сухого холодильника. The pipework is not critical. Но соединение трубопровод не критично. Because you cannot take care of the pipework, how would you like to cover it? Running throughout the building, it's... Как можно обеспечить защиту трубопроводов в здании? So, они могут быть вертикальны, горизонтальны, ну, вертикальны. To protect the dry coolers, для защиты сухого охладителя, you have to install необходимо установить some sort of protection device. И спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Почему? This is exactly the point, because quantum split units are becoming very popular. И это дает нам преимущество версии сплит разделенного. We don't have популяр, потому что Now this is not a dry cooler, though this is a condenser. Это конденсатор, да, в этом случае? Не сухой охладитель. We don't have any glycol. У нас нет, получается, никакого гликоля внутри контура. And we don't have any oil. И у нас нет масла. That means, That means we don't have to use these protection devices at all. То есть нам не нужно использовать эти защитные элементы. Вопрос другой был. Да, с точки зрения токсических свойств, мероприятий по ликвидации протечек, там, ну и прочее. Использование в городе. Этилен гликоль разрешен или нет? Вопрос. Этилен и пропилен гликоль. Они разрешены эксплуатации. Нужно только обеспечить дополнительные меры для того, чтобы они не растеклись по земле. Sometimes in very, very specific industrial applications. Иногда очень редко в каком-нибудь промышленном применении, но это очень редко.